8 марта в Мангыстауской области женщинам не придется платить в общественном транспорте. Такой подарок решили сделать местные власти и частные перевозчики. Бесплатным в праздничный день будет проезд на внутригородских маршрутах. Кроме того, платить не нужно и тем, кто отправится в села Муналинского и Туб-Караганского районов. Общественный транспорт будет работать по обычному расписанию. В последние годы в Актау я замечаю, что 8 марта оказывается такое внимание женщинам, мамам, бабушкам, девушкам. Спасибо за все, это очень приятно. В прошлом году тоже была подобная акция «Подарок». У каждого автобуса свой интервал ходьбы, примерно от 10 до 20 минут. Также бесплатный проезд будет для всех жителей области в день выборов и на Наурыз.